Шар от Юбисофт на фоне звон причала ничего не предвещает эпичного начала. Птица на носу связана тросами, никогда не полетать ей под облаками. Дедушка Конора сидит в трактире, нечем платить, всю наживу пропили. Черная рука за плечо схватила и заставила добить до дна все, что было. Лучше бы по счету заплатила, где достать бабла, у кого-нибудь спросила. Но открыли дверь мундиры, и государственный чиновник, по-любому тамплиер, но уж точно не садовник. Подошли к столу, опрокинули еду. Это не понравилось ассасину Эдварду. Я тебя пасу, солдаты не спасут другу чернокожему. Отдал приказ завести толпу, чокнуться со всеми и начать игру. Поцелуй стол, иди к папочке, лови бутылку рома, потом ее кинешь мне. Два ножевых прямо в сердце, он не будет расти. Сейчас проверим, хватит ли затылку прочности. Заснятый капюшон сразу в глаз, остался тамплиер, промазал раз. Теперь ложись на стол, навек уснешь сейчас. Давай бабло, я расплачусь за нас. Опоздали, придется вернуться, ждать следующий рейс. Пираты вышли на дрейф, но их догнали, на хвост встали. Значит, будет им бой из пушек на корме пли. Г2 ранил покерфейс лица. Убери ты свой корабль под линейный залп. Поверни, куда ты смотришь, капитан, не тупи. Ядра разрывают твой корабль на куски. Надень капюшон, идем на абордаж. Испортим фюзеляж, эвакуируй экипаж. Кошками сцепили судно, друг схватился за плечо. Ассасин решил поверху пробираться, если чё. Взлетел на мачту, перебежал по рее. Ну все, хана вам, дурали. При виде ассасина все просто падают. И пистолеты не нужны, они мешают. Гарпун нас сквозь проткнул, ты притянул, прикрылся, и мы где-то это видели. Так делал внук твой ассасин. Капитаны встретились, сейчас будет последний бой. И сабли заплясали, но цели пока не достиг ни тот, ни другой. Герой саблю потерял, противник ликовал, но ассасин парировал удар. Отправил по штурвал и фаталити реализовал. В Assassin's Creed 4 черный флаг поднял. Но никто не брал, потому что ты не Супермен, где костюм просрал. Может быть, в этой пещере ты его найдешь, но пора уплывать, потом за ним зайдешь. А пока с голым торсом на вышке людей. Наконец-то я вам покажу игру, в которую я очень люблю играть. Нет, не StarCraft, а именно карта StarCraft, которая мне очень нравится. Называется Nexus Wars. В чем смысл этой игры? Здесь мы... Раньше я зачмырял таких, как ты, но я задолбался, так что ты ничего не достиг, ты не нужен обществу, короче, какаха ты. Всем привет, я начинающий обзорщик, у меня нет денег на пиар. И поэтому я пишу в комментах всем, кому не сложно, подпишись, пожалуйста, на мой игровой канал.